Эти портреты выглядят очень реалистично, их даже можно принять за фотографии. Все, что нужно для их создания – карандаш и фантазия. Такой техникой работает художник из Нигерии – Аринзе Стэнли. Парень творит обычным карандашом, и его хобби требует особой усидчивости. На создание каждой работы уходит по сотни часов. Цель Аринзе – добиться суперреалистичного эффекта. Во Франции состоялся традиционный военный парад в честь Дня взятия Бастилии. В нем принял участие французский изобретатель Фрэнки Запата, который пролетел над Елисейскими полями на Flyboard Air. Устройство представляет собой ховерборд с 5 реактивными двигателями. Мужчина держал в руках винтовку. Между тем, пользователи сети сравнили Flyboard Air с глайдером врага Человека-паука Зеленого Гоблина. Самого же изобретателя назвали «железным человеком». Одним из самых популярных в сети стало видео, на котором показан ребенок, которого повели в зеркальный лабиринт. Юный герой почувствовал себя растерянным в зазеркалье. Всего за 3 дня ролик набрал более 20 миллионов просмотров. В Краснодарском крае бездомный пес отвязал от забора хозяйскую собаку и попытался с ней прогуляться. Забавное видео попало в сеть. На кадрах дворняга сначала пытается развязать узел, а потом перегрыз поводок. Освободив своего породистого сородича, пес ведет его, держа поводок в пасти. Но беглецов все же остановили. Преступник пойман. Очень хитрый пес. Фамилия, имя, отчество, представься. Возвращена на место. Мой цвет настроения черный. Фил. Мой цвет настроения черный. Это самый черный металл на планете. Ванта Блэк поглощает 99,96% видимого света. Это даже не цвет, а отсутствие всякого цвета. Для человеческого глаза это как черная дыра. Если нанести вещество на какой-то предмет, то оно просто исчезнет. Ванта Блэк сломает вам мозг. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Заур, это невозможно.